Осадки в виде дождя и мокрого снега уже выпали в разных районах области, особенно обильно на востоке. Тем не менее, пока погода нетипична для ноября, теплее нормы на 6-8 градусов, сообщают синоптики. Сейчас это плюс 2, минус 3 градуса днем, ночью до минус 8. Такая обстановка продержится до середины недели. Ветер северо-западный уже завтра усилится до 10-15 метров в секунду, но в среду стихнет до 6-11. В четверга у нас температура еще более сильно понизится, уже дневные температуры будут преимущественно отрицательные, местами пройдут осадки преимущественно уже в виде мокрого снега и снега, дневные температуры будут 0-5, ночные температуры будут -3, -8, в пятницу похолоднее, там -4, -9. Первый серьезный снегопад пройдет в пятницу в центральных и западных районах, а в выходные зима придет и на восток области. К концу недели местами похолодает до -13 градусов.